Отключили свет и воду за неуплату. Жители дома Среднефонтанский 19А вышли на мирную акцию против отключения коммуникации. По словам местных, электричество отключили в 9 утра. Администрация дома сообщила о неудобствах, но когда ждать включения света не указала. Причиной стало наличие просроченной задолженности одного из трех домов чудо-города 19Б, В и Г за потребляемую ими электроэнергию. Информация о размере задолженности в конкретном доме не предоставлялась. Электроэнергия в жилой комплекс поставляется по единому кабелю, из-за чего более 2000 квартир остались без удобств. На перекрытой дороге возникла большая пробка, а на месте дежурила патрульная полиция. Присоединились жители дома, кому холодно было сидеть дома, они вышли погреться. Акции никакой не было, никто дороги не перекрывал. Люди просто ходили и грелись. Поэтому интерпретировать вопрос о том, что кто-то перекрыл дороги, абсолютно ни к чему. Люди просто вышли погреться. С самого утра отсутствует свет. Отсутствует вследствие этого холодная вода, горячая вода, электричество. У нас маленькие дети, 4 годика и 5 лет. Мы не можем детям ни чай сделать, ни пищу подогреть, ни приготовить что-либо. Вообще, в принципе, ничего. Это полностью блокировало, как бы парализовало жизнь нашего дома. Мы не хотели наносить неудобства и урон городу, но мы были вынуждены привлечь таким, к сожалению, путем внимания к нашей беде городских властей. Спустя несколько часов свет и воду вернули в дома возмущенных одесситов, но гарантии того, что ситуация не повторится вновь, никто давать не стал.